В областном парламенте состоялось пленарное заседание Совета законодательного собрания Тверской области. В рамках региональной недели в нем принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Веремеенко. Парламентарии обсудили основные направления совместной деятельности по решению вопросов региона на федеральном уровне и важнейшие задачи актуальной повестки. Председатель законодательного собрания Сергей Голубев отметил, что у Тверской области сильное представительство в обеих палатах федерального собрания. Депутаты областного парламента находятся в постоянном взаимодействии с коллегами, в том числе Сергеем Веремеенко. Кроме вопросов по своему профилю работы в Комитете Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Сергей Веремеенко особое внимание уделяет поддержке бойцов в зоне спецоперации, их семей, поддержке жителей освобожденных территорий. Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия». С самого начала проведения специальной военной операции депутаты всех уровней оказывают всестороннюю поддержку в сборе всего необходимого для участников спецоперации и их семей. Депутаты законодательного собрания включились в работу регионального штаба. Вместе с муниципалитетами прорабатывали ставшие актуальными вопросы поддержки граждан и бизнеса в своих избирательных округах. Самая главная на сегодня задача – обеспечение помощи СВО. Это такая всеобщая и патриотическая, и вообще наша просто важнейшая задача наших бойцов – не оставлять, помогать и делать. И это, конечно, консолидирует и нацию, и нашу область. Помимо работы в Государственной Думе, Сергей Веремеенко является научным руководителем НПП «Сапфир». Это оборонный завод, который разрабатывает и производит комплектующие для отечественного вооружения. Начиная от элементов для баллистических ракет, заканчивая оптическим оборудованием для стрелкового оружия и для средств разведки и наведения. Такое снаряжение особенно востребовано на фронте, поэтому Сергей Веремеенко организовал его поставки нашим бойцам. Очень быстро идет строительство по всем городам. Везде ездим. У нас с вами там подшефный Бердянский район, все наши люди там находятся в администрации. И мы туда, и я сам лично нахожу тех, кто там хочет работать. Но никто не отменил, несмотря на нашу величайшую технику, вот этот подвиг людей, которые там это все делают. Конечно же, мы должны свое дань этому отдавать и постоянно помогать. Кроме того, депутат Государственной Думы рассказал, что постоянно ведет работу по сбору специальных технических средств, теплой одежды, медицинских препаратов и единиц автомобильной техники для добровольческой казачьей бригады «Дон», которая успешно выполняет свой воинский долг в зоне боевых действий. Оказывается, материальная поддержка бойцам и других дивизий, в том числе сформированных с участием жителей Тверского региона.